Всем привет! Моя новая гитара Янь, сделана волнистый клен, падук, накладка макасар эбони, датчики Сеймура. Сейчас распаяно в пассиве, звучит в пассиве. Сзади орех, твердый клен. И клен, очень много частей, сколько с проклейками, там с мелкими проклейками. Пальцевый бриджевый звук. Звук внутренний звукосниматель. Все катушки вместе. Очень большая, что меня, например, радует. И очень нравится пассив.